Ребята, вы на канале режиссер Бродяга, и сегодня мы будем самостоятельно руками делать игру настольную. Какую игру? А фишки какие будут? Вот, я буду водить пони, а папа будет водить, а где? А где-то фишки? Скажи, а где ты эти фишки взяла? А фишки — это бомстики. Это когда покупали, нам давали, да, такие? Да. Ну, не распечатай, тут они разные, потом покажешь. Я коллекцию собирала. Мы будем делать игру настольную. Настя попросила меня сделать игру настольную. Вот получается, вот берете такой картон. Сейчас я покажу. Обычный любой картон, чтобы он был более такой пожестче. Вот он идет. Картон. Ну, у нас картон «Вкусно и легко». Да, у нас такой. Откуда? Да. Как откуда? Ну, я взял его с этого, с подсобки. Это Дашин? Да. Так, мы что сделали? Вот берем листы А4. Клеем размазали, вот. Клей берем, размазали. И клеим листы на клей. И вот получается вот такие. Вот обклеили уже, вот осталось еще здесь лист. Лист А4 доклеить. Так, ну вот мы поклеили листы, да? Доделали все. Да. Поклеили листы. Теперь начали, вот где-то фишка, покажи, а вот. Вот эта фишка вот такая, вот мы прилаживали, обводили ее цветным этим фломастером, да. Вот фломастеры, да, цветные. Обводили эту фишку. И получается, вот такие вот у нас вот ставили, да, и обводили, да. Вот у нас крокодил. Если попадаешь в пасть крокодила, перемещайся вот сюда. Ну, это такая игра. И так по кругу надо. Да, и так по кругу надо. Вот, получается, вот он идет. Смотрите, а вот так идем, и опять вот так. Да, совершенно верно. А если сюда попадаешь, тогда передвигаешься сюда. Сюда, да. И потом вот, например, сюда. А потом, если вот сюда, тогда в джунгли попадаешь, и тут пират нас сражаться. Вот да, типа. Получается, у нас... Старт идет откуда? Вот с этого острова, да? Да. Вот пока высыпи вот эти все свои фишки. Сейчас ты выберешь. Да. Высыпай их все. Я себе уже выбрала. Да. Но мы будем, получается, сейчас красить красками, потому что тут белые вот эти пробелы, нужно это все закрасить. Так, высыпай их, да. Ну, не все можешь, да. Вот такие вот фишки. На старт один положи. А, ты все, да, решила высыпать? Ну ладно. Ну, ты уже разрисовала себя. О, мы, да, даем. Так, давай. Вот, выбирай, какую хочешь. Не, ну не. Просто давай мы их в сторонку, вот эти твои фишки, так? И выбирай, какую ты хочешь. Да, вот в сторонку их поставили. И какую хочешь, выбирай. Вот ставь теперь, ставь его на старт какие-нибудь. Не, ну какую ты хочешь? Ну любую, вот этого, допустим, вот такого. Вот этого хочешь? Да, давай вот этого. Вот ставишь один и ставишь второй. Сейчас мы сделаем из полимерной глины кубик, который можно будет ходить. Так, вот получается, идешь старт и погнал, выбрасываешь кубик, и сколько там получается. Если попадаешь сюда, это как идет, что это, тюрьма, да? Вот сюда перемещаешься, и пока не выпадет один на кубике, то есть ты не сможешь выбраться сюда. Один выпал на кубике, и ты можешь сюда переместиться. Вот тут через мостик. На мостик попадаешь, перемещайся сюда. И так далее, вот так далее. Вот на самолет даже. Если на самолет поставил, да, переправляйся на самолете вот в эту точку. Так, ну и так далее идешь. Вот остров. Здесь сейчас мы еще придумаем, какие ходы можно сделать такие интересные. Вот крокодил. Если получается, попадаешь... Не хватит ходов. Да, хватит ходов. И вот тут идет финиш, да? Вот тут даже ракета есть, в которой можно перемещаться. Вот становишься сюда и перемещаешься в эту точку. Сейчас сделаем пони, да. И вот сам идет финиш. Ну, в общем, смотрите, сейчас в дальнейшем будет еще, да, делать. Так кем ты будешь водить? Ну, кем я буду? Ну, сейчас выберем. Короче, будем потом играть, мастер-класс будем проводить, да? Угу. Вот у нас получилась такая вот карта. Ну, это на скорую руку, да? За сколько мы управили? За, наверное, за полчаса, пони, за час, пони, наверное, да? Пони, Настя, пони, за сколько мы управили? За час, наверное, да? Пони, сейчас будем делать из полимерной глины
кубики. Вот пони. Пони. Вот такая вот карта такая. Вот орел, если попадаешь сюда, перемещайся вот сюда. Получается, орел переносит через крокодила, да? Вот да, в эту мы точку. Сами создали. Да, сами я шарики создали. И сделала. В общем, мы эту игру сами придумали, да? Да. Все. Oh, yeah. Mm-hmm. Подпишись на канал Бродяги, конечно же. Вот тут такая вот полимерная глина, Фима. Да, я тоже. Покажи ее, на. Вот. Это, скажи, это не реклама, да? Это просто мы да. делаем. Показывай. Нет, а что ты чипываешь? Не покажи именно фирму. Вот. Вот Фима эффект с такими блесками. Вот такой вот сделали кубик. Да? Угу. Сейчас будем делать это и потом в духовку сюда поставим его на минут 15. Он застынет и будет как пластик твердый. Вот в эту духовку. Поэтому сейчас сделаем кубик. Покрасить. Кого? Покрасить. Может? Ну покрасить можно. Ну а зачем? Он и так блестящий. Так смотри. Нет, с этого зеленого. С какого зеленого? Да? Зеленого можно покрасить. Зеленый можно, ну а зачем? Вот он блестящий такой будет, у тебя кубик. Сюда будешь бросать вот так вот. Так это будет коричнево-зеленый. И зеленого сделаем тоже. Так, сильно мы глину не расходуй, Настя. Она дорогая, вообще кошмар. Это глина для хобби, для всего. То есть, ну я думаю, кто работает с ней, знают, что такое полимерная глина. Поэтому сейчас мы будем делать такой вот кубик. Сейчас вот слепили, а из зеленого сделаем, да? И потом поставим в печку, а чтобы оно затвердело. Давай. Так, смотрим, кубик у нас игровой должен быть 15 минут стоять в печке, в духовке. Вон он уже почти готов. Перевернем. Ох, ё-моё, чтобы не зажарился. Ну так, на скорую руку это все делали, сейчас будем играть. Сейчас еще постоит. Это Настя, что ты что, меч какой-то делала? Да. Меч какой-то сделала. Все. Ты готова играть? Я не готова без тебя, потому что ты фигурка. А где ты будешь в эту игру играть? С кем будешь играть? С тобой. Я с подругами. Зачем? В школу, я говорила, в школу заберешь его. Тогда... Да? Так сейчас я в школу не иду. А, ну ясно. Ну потом, когда в школу пойдешь, заберешь школу, да? Я не говорю, что с подругами могу гулять. А, ну смотри, со мной будешь гулять сейчас, да? Сейчас опробуем эту игру. Ну, мне кажется, будет интересно. Ну что, готов? У нас кубик такой вот. И метик. Да. Ты что, меч-то сделал? Покажи меч. Чего такой большой у тебя? Чтобы сражаться с монстрами. Ясно. Там давай, ставь фишки на старт. Нет. Вон, да. Пап, ты будешь снимать, как мы будем играть? Ну, я сейчас первый этот сниму. Давай, бросай кубик. Ау. Подожди, сколько 4. Тут? 4. Входи. 1, 2, 3, 4. Так, здесь, да? Теперь я бросаю. Грязненький. 4. 4. 1, 2, 3, 4. Теперь ты ходи. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Через мост, да, перепрыгнула? Да. А какой ты 6? Где тут было? 6 у тебя было? Да, у меня 6. Ну вот смотри. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Если бы ты сюда упала, ты переправилась, так ты не попала сюда, поняла? Надо вниз по зеленому идти. Теперь я бросаю. Поняла? Да, поняла. А что ты перепрыгнула? Если бы сюда попала, тебя выпало бы сюда. Тогда другое дело. Так, 3. 1, 2, 3. Ой, я тебя догоняю уже. Давай кидай. Вот хватит уже. Сейчас. 2. 2. 1, 2. Все. Сколько? 3. 3. Раз... Я хожу, Ой. 1, 2,
3. Ну вот и все. Мы сейчас будем играть, выключая видео, правильно? До скорых встреч. Подписывайтесь на канал Бродяги. И, конечно же, ставьте лайк. Всем пока, ребята. Да. Бродяга-режиссер с вами. Да. Все, пока.